Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Настя, и сегодня мы вместе с вами отправляемся в магазин Fix Price. Находится он по адресу город Минск, Кузьмичина 2А. В данный магазин завезли очень много стильной, современной и интересной продукции для вашего дома. Если вам интересно, то обязательно оставайтесь со мной до конца. Всем желаю приятного просмотра. Итак, начинаем мы с отдела товаров для декора интерьера. Посмотрите, какие красивые наборы для медитации и релаксации появились. Это новиночка, к сожалению, цена здесь не указана. Думаю, стоит в районе 9 белорусских рублей. Следующий потрясающий набор – ароматические конусы с подставкой для благовония. Тоже цена, к сожалению, здесь не указана. В упаковочке находится 20 штук. Итак, посмотрите, в упаковочке находились вот такие благовония. На коробочке написано, что в составе ходят вот такие ароматические конусы, 20 штук. Состав вы можете почитать. И сама подставочка керамическая для благовоний. Ну, смотрится очень-очень даже симпатично. В продажу вновь поступили вот эти потрясающие вазы Face. Высота их 22 сантиметра. В составе идет у нас керамика. Цена 12 белорусских рублей. В продаже имеется черный, матовый, белый. Вот такой немного голубоватый. И есть еще бежевый оттенок. Следующая новинка — это вот такой небольшой набор мини-свечей. Очень интересная у них форма. Цена за 4 штучки 7 белорусских рублей. Также имеется несколько вариантов расцветки. Также появились новые ароматические диффузоры. Объем их составит 40 мл, стоимость 7 белорусских рублей, страна изготовитель Россия. Следующая потрясающая находка — это тарелка для декора, либо же аксессуаров. Выполнена в виде листа, стоимостью 9 белорусских рублей, в составе идет МДФ. Расцветка есть вот такая бежевая, далее нежно-розовая, а также фиолетовая. Из новой коллекции в Сишоке появилось небольшое пополнение. Это вот такая симпатичная декоративная тарелочка, стоимостью 4 белорусских рублей, в составе идет керамика. Цветочный горшок, также выполненный из керамики, имеет одно дренажное отверстие, стоимость 7 белорусских рублей. Пластиковый ящик для хранения на клипсах имеет небольшую ручку, размера его 290 на 190 на 180 мм, цена 12 белорусских рублей. Еще из новинок здесь появились вот такие термопакеты, цена их 4 белорусских рубля. Универсальное удобрение для комнатных растений, цена 2 рубля 10 копеек. Походный набор изготовлен из пластика, состоит он из одного салатника, 3 кружечки, вилочки, также тарелочки. Цена 9 рублей, страна изготовитель Россия. Ватные диски Classic Aura, 70 штучек в упаковочке, цена 2 рубля. Влажная туалетная бумага, 120 штук в упаковочке, производства Россия, цена 4 рубля. Следующая потрясающая находка для декора интерьера — это вот такой милейший декоративный ящик. Цена 12 белорусских рублей. Посмотрите, как это все классно выглядит. Также имеется 3 расцветки. И вот так вот вся коллекция у нас представлена на данной наклеечке. Искусственное растение орхидея в горшочке. Цена 12 рублей. Также имеется несколько расцветок. Вот такое небольшое искусственное растение в горшочке стоит уже 7 рублей. Называется оно винтаж. И так я уже поняла, есть еще вот такое декоративное растение, цена его также 7 белорусских рублей. Только посмотрите, какая прелесть. Новая ключница, выполнена просто супер-мега качественно. А какой у нее стиль? Также расцветка есть белая, есть вот такая более коричневая. Цена 12 белорусских рублей, страна-изготовитель Китай. Еще в магазине Fix Price можно приобрести вот такой классный бумажный наполнитель для подарков. Расцветок очень много, цена его 2 белорусских рубля. Кто не смотрел мои предыдущие видеообзоры, в Fix Price появились очень классные вот такие пластиковые корзинки с золотыми такими ручками. Цена вообще бюджетная, 7 рублей. Расцветка есть такая темная, насыщенно синяя, коричневая, также зеленая. Туристический органайзер, состоит он из двух емкостей по 100 мл. Очень удобная и компактная такая упаковочка, цена 4 рубля. Еще из нового ассортимента появились вот такие симпатичные настольные зеркала стоимостью 9 белорусских рублей. От компании LaVie появился небольшой контейнер для косметического мусора. Также он изготовлен из пластика, стоимость 7 белорусских рублей. Пластиковый ящик для хранения на один уровень 12 белорусских рублей. Габарит его 290 на 190 на 180 мм. Так, еще посмотрите, какая находка. Это пластиковый органайзер на 4 секции. Расцветки очень яркие, такие сочные. Цена 2 рубля 50 копеек. Еще, кстати, здесь появились вот такие бюджетные косметички на одно большое отделение. Стоимость их 7 белорусских рублей. Крем-мыло с дозатором объемом 1 литр, производства Россия. Стоимость 4 рубля. И еще в ассортименте магазина появилась соль для ванной от компании Lolime. Это наш белорусский бренд. Масса 500 грамм. Стоимость 5 рублей.
кокосовое масло объемом 200 мл от российского производителя 4,50 рубля. Гель после солнца фетанол алоэ вера объемом 500 мл производства Россия, стоимость 4 рубля. Еще из этой серии можно приобрести вот такой гель после солнца фетанол и алоэ вера. Объем здесь уже 250 мл, цена 3 рубля. Еще одна интересная находка в магазине Fix Price – это гель-бальзам для тела «Акулий жир», глюкозамин плюс сабельник, восстановление и питание. Есть еще вот такой вариант – коллаген и хондроитин. К сожалению, цена здесь не указана, думаю, стоит в районе 5 белорусских рублей. Крем-бальзам для ног объемом 140 мл, производство Россия, стоимость 3 белорусских рубля. Соединительная крема 5 штучек в упаковочке, цена 7 белорусских рублей, также производство Китай. Это очень бюджетно, потому что в том году мы такие покупали и отдавали что-то, я помню, очень-очень дорого за одну штучку. Двухсторонняя клейка лента размером 3 см на 1 метр, производства также Китай, стоимость 4 белорусских рубля. И еще одна супербюджетная находка в магазине Fix Price – это конштейнер для телевизора на стену. Цена 12 рублей, производство Китай. Еще посмотрите, что я обнаружила. Дверной беспроводной звонок от компании Fark. Цена его 12 белорусских рублей. Также производство Китая. Кстати, в комплекте идет еще и батарейка. Жидкое средство для стирки объемом 2 литра от белорусского производителя «Аромат лаванда». Цена 7 белорусских рублей. За 9 белорусских рублей можно приобрести вот такой кондиционер для белья. Также «Аромат лаванда». Производство Россия. Средство для мытья посуды сорти «Горный пион», масса 450 грамм, цена 3 рубля. Наконец-таки в детском отделе появилось немного новинок. Значит, вот такая игрушка-машинка, цена 7 белорусских рублей, производство Китай. Для песочницы можно приобрести вот такой вариант. Игрушка очень огромная, цена ее 12 рублей, также производство Китай. Есть несколько вариантов расцветки. Игровой набор «Резвая машинка». Здесь у нас идет такая голова в виде динозавра, плюс в комплекте еще машинка. Стоимость 6 белорусских рублей. Игрушка из моего детства «Пружинка радуга» на возраст плюс 3, цена 5 рублей и 60 копеек. В ванную комнату можно приобрести вот такой антискользящий коврик, габариты 65 на 120 сантиметров, стоимость 12 рублей, производство Китай. Еще посмотрите вот на такую прелестную новинку. Это органайзер для мелочей. Цена его 12 белорусских рублей, производство Китай. Также в продаже имеется несколько вариантов расцветки. И вот еще один симпатичный органайзер. Цена его 12 белорусских рублей, производство Китай. На ощупь очень-очень плотный. Еще, кстати, посмотрите, что я здесь обнаружила. В продажу поступили новые рулонные шторы. Есть даже очень интересные такие оригинальные расцветки. Цена 14 белорусских рублей. В комплекте идет все необходимое, дабы ее повесить. Огромная универсальная корзинка Deluxe, изготовленная из пластика, объемом 12 литров, стоимость 7 белорусских рублей. Кстати, еще в продажу поступили вот такие замечательные наволочки. Размер 40 на 60, цена 4 белорусских рубля, производство Беларусь, 100% хлопок. Значит, есть вот такая бело-черная, есть вот такая еще черно-белая. По скидочной карте можно приобрести вот такие сервировочные салфетки размеров 40 на 28 сантиметров, цена 3 рубля и 40 копеек. Пластиковая коробка-органайзер габаритами 255 на 180 на 93 сантиметра, стоимость 4 белорусских рубля. 4-гранная мини-терка размером 6,5 на 3,5 сантиметра, цена 1 рубль 25 копеек, производство Китай. Небольшой винтовой контейнер на объем 275 мл, цена 62 копейки. Кстати, еще в продаже появились вот такие сантехнические фильтры, цена их 35 копеек. Набор контейнеров, изготовленный из биопластика. Как написано, здесь идет 40% кукурузного крахмала. Очень даже интересно. Объем 800 и 1,5 литра. Цена 9 белорусских рублей. Производство Россия. От компании Kitchen появились вот такие бюджетные варианты скатерти. Размер 137 на 274 сантиметра. Цена 4 белорусских рубля. Производство Китай. Посмотрите, какие миленькие небольшие пакетики для продуктов. Я обнаружила 3 штучки в упаковочке, размер 13 на 8 сантиметров, производство Китай. Они идут в виде таких веселеньких кексиков, цена 2 рубля 50 копеек. Кухонный органайзер от компании O-Kitchen, размер 15,5 на 15,5 на 5,5 сантиметров, цена 3 белорусских рубля, производство также Китай. Складная воронка от китайского производителя, 1 рубль 60 копеек. Силиконовая форма для выпечки габаритами 23,5 см на 7,5 см, цена 4 белорусских рубля, также производитель Китай.
Набор контейнеров для заморозки. В упаковочке находятся две штучки. Цена 3 белорусских рубля. Объем их составит 1100 мл. Следующая интересная находка на кухню – это мерная ложка. Цена ее 4 рубля 50 копеек. Страна-изготовитель – Китай. По скидочной карте сейчас можно приобрести вот такую многофункциональную открывашку от компании O-Kitchen. Цена 2 рубля и 13 копеек. Так, еще я здесь обнаружила вот такой товар. Это щетка для посуды от компании Bom Home в виде такого кактусика. Кстати, имеется еще специальный органайзер. К сожалению, цена еще не указана, потому что данный товар еще находится в коробке. От бренда «Чисто солнышко» появился набор для хозяйки, для уборки кухни. Состоит он из вискозной салфетки, также еще вот такая металлическая губка, стоимость 2 рубля, производство Россия. Хлопковая салфетка, габарит 28 на 28 сантиметров, 3 штучки в комплекте, цена 3 белорусских рубля, производство Китай. Еще здесь обнаружила вот такое новое поступление. Это хозяйственные бытовые салфетки. 60 штук упаковочки плюс 20 бесплатно. Написано, что здесь идет повышенная плотность. Цена 2 рубля 50 копеек. Страна-изготовитель Россия. Сублимированная кофе Today. Масса 75 грамм. Производство Россия. Стоимость 6 белорусских рублей. Небольшую упаковочку ЖК массой 100 грамм можно приобрести за 4 рубля. Крекеры со вкусом итальянского сыра, массой 180 грамм, производства Россия, 2 рубля 50 копеек. Бисквитное пирожное Fresh Pie, массой 300 грамм, цена 6 рублей, производство Россия. Следующая новинка в отделе хозтоваров, появились вот такие прикольные корзинки с ручками, цена их всего лишь 5 белорусских рублей, расцветка молочная, темно-шоколадная, также есть и серая. Еще в продажу поступили вот такие небольшие пластиковые корзинки, цена их всего лишь 50 копеек. Следующая пластиковая корзинка стоит уже 3 белорусских рубля. Написано, что она идет именно для прищепок. В принципе, можно здесь хранить всякую всячину. Производство Россия. Тульский пряник, лакомка с начинкой вареная сгущенка. Масса 140 грамм. Цена 1 рубль 33 копейки. Картофельное пюре быстрого приготовления с натуральным мясом. Как-то звучит не очень так аппетитно. А масса 110 грамм. Производство Россия. Цена 3 белорусских рубля. Еще здесь появилось вот такое картофельное пюре быстрого приготовления из деревни с любовью. Чего сейчас только не напишут. Цена 2 рубля, масса 250 грамм. Для любителей китайской кухни в продажу поступил суп с рисовой лапшой фо-бо от компании Сенсой. Масса 125 грамм, цена 4 рубля и 50 копеек. На что переходим мы к новому ассортименту. Это посуда. Салатник, объем 1600 мл, стоимость 6 белорусских рублей. В составе у нас керамика, производство Китай. Тарелка диаметром 22,5 см, цена 4 белорусских рубля. Есть еще вот такой вариант расцветки. Тарелка идет уже диаметром 20 см, стоимость 3 рубля. Салатник объемом 900 мл, 4 рубля. И вот такой небольшой салатник объемом составит уже 620 мл, стоимость 3 белорусских рубля. Еще из нового ассортимента поступили вот такие симпатичные керамические салатники. Объем уже составит 700 мл, цена 4 рубля и 50 копеек. Только посмотрите, какая замечательная находка для кухни я обнаружила от компании O-Kitchen. Ступка с пестиком, цена 9 белорусских рублей, производство Китай. В составе у нас написано «Идет дерево». Слушайте, ну смотрится просто невероятно. Небольшая емкость для специй на 4 секции. Мне кажется, это вообще отличный вариант для походов. Объем их по 50 мл, цена 2 белорусских рубля. Следующая потрясающая новинка – это кувшин. Объем их составит 1,2 литра. Стоимость 12 белорусских рублей, также производство Китай. И еще хотела вам показать вот такие замечательные бульонницы с ручками. Я знаю, что в России их сейчас раскупают, прям все очень довольны. Смотрятся они, конечно, тоже очень стильно. Объем их 580 мл, в составе керамика. Цена 4 рубля и 50 копеек. Просто невероятной красоты стакан появился в магазине Fixed Price компании Luminarc. Смотрите, как он классно переливается. Объем его 300 мл. Цена 4 белорусских рубля. В продаже имеется только вот такой темно-насыщенный синий оттенок. Так, ну еще в ассортименте магазина появилась серия бюджетных стаканов. К сожалению, здесь цена не указана. Значит, первый вариант есть вот такой высокий. И есть еще вот такой низенький стаканчик. Думаю, стоят они где-то по 2,5 рубля, не выше. Ну, еще из этой серии появились прозрачные стеклянные кружки, объем составит 420 мл, стоимость 3 белорусских рубля. Кстати, еще в продаже появились новые напитки, газированный Fruit Style, объем его составит 500 мл, цена 2 рубля.
А вот уже по скидочной карте можно приобрести напиток черноголовка кола, объем 500 мл, 1 рубль 28 копеек. Газированный напиток Fresh Bar, объем 450 мл, 1 рубль 50 копеек. Так, в детском отделе еще одно небольшое пополнение. Альбом для раскрашивания 3D. В комплекте идет еще 3D очки. Знаете, очень смотрится неплохо, даже интересно попробовать. Цена всего лишь 6 белорусских рублей, страна-изготовитель Китай. Тетрадь на пружинке на 80 листов формата А4, цена 3 рубля и 40 копеек. Есть еще вот такие варианты тетради в форматах А5, 96 листов, цена 4 белорусских рубля. Серия наклеек на возраст плюс 3, няшные монстры, 2 рубля и 50 копеек. Набор, состоящий из 150 наклеек, серия «Влад-бумага А4», цена 3 белорусских рубля, производство Россия. Открытки-раскраски с многоразовыми наклейками, цена 3 рубля, также производство Россия. Серия книг 3 месяца для школы, полный курс для обучения письма, а также чтения. Цена 6 рублей, мне кажется, это очень-очень бюджетно. Также производство Россия. Серия книг «Учимся решать уравнения» либо каллиграфические прописи 1-4 класс, цена 2 рубля и 50 копеек. Кстати, еще в продаже появился вот такой потрясающий сказочный учебник по медицине для малышей. Данную книгу я покупала в магазине «Светофор». Я уже не помню, сколько за нее отдавала, но в фикс-прайсе она стоит 7 белорусских рублей. Кстати, сейчас еще покажу, какие книжечки здесь можно приобрести. Но вот эта книжка очень-очень хорошая. Подойдет не только, кстати, детям, но даже и взрослым. Вспомнить какие-то такие, знаете, моменты, которые мы уже, в принципе, давно забыли. Но книжка действительно очень стоящая. На этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из магазина FixPrice в городе Минске подошел к концу. Надеюсь, видео вам оказалось полезным. Если да, то обязательно подписывайтесь на мой канал. У меня часто выходят видеоролики на различную тематику. А я, как и всегда, по традиции пожелаю вам приятных и, главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи на моем канале. Всем пока-пока!